Уборка мусора, благоустройство, работа с обращениями жителей. Администрация городского округа Щелково собралась на еженедельном оперативном совещании, чтобы обсудить итоги проделанной работы и решить поставленные перед ней задачи. Временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков обратил внимание сотрудников на состояние щелковских набережных. Каждое утро на них скапливается большое количество мусора, которое оставляют несознательные отдыхающие. Служба озеленения и благоустройства не всегда успевает навести порядок вовремя, несмотря на то, что уборка набережных проводится каждый день. По словам руководителя муниципалитета, жители не должны терпеть неудобства из-за тех, кто не в состоянии убрать за собой. Он поставил задачу перед службой озеленения навести порядок на всех прогулочных зонах вокруг Клязьмы. Работу надо усиливать. И людьми, и техникой. Пожалуйста, Илья Ильич, вы сейчас можете с совещания выходить. Я жду через час фотографии со всей набережной, урн, чистых урн, и что вокруг лавочек все убрано. Председатель муниципального совета депутатов Елена Мокринская предложила также проводить патрулирование на набережных в вечернее время, чтобы напомнить гражданам о правилах поведения. Если есть возможность совместно там, с дружинниками или с кем-то, хотя бы пару раз пройтись и вот так вот оштрафовать кого-то, ну или выписать, или предупредить хотя бы. Андрей Булгаков пообещал рассмотреть этот вопрос и отметил, что сейчас как раз ведется подготовка к установке дополнительных камер наблюдения, чтобы фиксировать все нарушения. Еще одним вопросом оперативного совещания стали обращения жителей по поводу неприятного запаха с Соколовской промзоны, который Андрей Булгаков получил на прошлой неделе. Сотрудники администрации провели проверку предприятия, на которое поступают жалобы. Мы осуществили выезд. Выявлено на момент выезда никакого сжигания не производилось, но в печах остатки горения обнаружены. Территорию осмотрели, установили захламление прилегающей территории, спросили выписку из ИГР на собственники данного участка. Налицо нецелевое использование данного земельного участка. Сейчас администрация готовит материалы для проведения муниципального земельного контроля. Уже направлено обращение в административную комиссию для принятия соответствующих мер к собственнику участка. Андрей Булгаков отметил, что проведет личный выезд по всем промышленным объектам, на которые поступают жалобы от населения. Затронули на заседании тему начала планового приема пациентов медицинскими учреждениями округа. Директор Щелковской областной больницы Дмитрий Логинов отчитался, что с 15 июня открылась запись к узким специалистам. Также планируется возобновление планового приема пациентов в стационары. Навещать таких больных родственникам пока будет запрещено. Нами принято решение как организации, поскольку на данном направо мы до настоящего времени не решились разрешать доступ к пациентам, посетителей. Эта мера будет действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки. В завершении заседания Андрей Булгаков напомнил, что впереди голосование по поправкам в Конституцию, и ответственным лицам необходимо грамотно организовать процедуру так, чтобы жители смогли выразить свое мнение, не подвергая себя риску заразиться коронавирусом. Мария Смирнова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».